Это что получается, 40 тысяч с пика? Ну, как будто бы жестковато слегка, если типа считать, что нормально играли мы. Ну, наверное, бывают такие раны в целом. Call. Здесь что происходит? Family Pod? Ну, давай посмотрим. Call. Бра. Call. Семь человек на флопе на NL5K. Лол. Полетели флипчики. Красиво, душевно. Да ладно. Опять подарок судьбы, конечно. Блин, почему такие флопы мне раздают, терны, точнее, к этим сетам, к моим? Еще и по-настоящему стрит был. Обидно. Он, блин, какой-то бешеный просто. Сдам сосать. Вернули должок. Нету ни хуя. А, так у тебя нету, дружок. Ты чё тут? Неплохо получилось. Давай дважды. Фух. Какой же я молодец, что успел закупиться. Просто машина. Под контролем еще к тому же. Диспулька хорошая, конечно, когда вот такие раздачки раздают, прям весело становится на душе. Повторить легко. Красиво. Вот это сервис, я понимаю. Ну, с учетом количества дров, здесь, наверное, бэткол играет с нашей рукой. Ну, лет 10, 7, 8, бубы, черви. Кто это может соблазниться и заколить? Ривер, наверное, тормозить надо было, но бэкдоры доблифовывать вроде не ошибка. Уж можно. Напрасный ривер, терн точнее. Да, здесь тоже. Да вы заебали, блядь. Что-то не фонтан с алынами, конечно, пошло. Ну, по такому риверу вроде нет волюбета у нас. Как же мы в строчку-то сосем? Еще без тормозов. Без всяких раны твайсов, похоже. С даму взял. Изи рид просто. Не сомневался ни на секунду. О! Король!
Блять. Чудо, да? Что-то я себе напридумывал, походу, здесь. Не знаю. Мне показалось, что у меня как раз стек такой, что он может подумать, что... Ой, куда... А, not this time. Ну окей. Блядь, вообще. Достать тогда, ёб. У меня как раз-то пролазил у него блеф 4-бет, а он мог решить, что, типа, это выглядит страшным, потому что я подумаю, что не пролазит. Ну что-то я себе напридумывал, и все, блядь. Just one time, ребят. Just two times, ладно. Твою мать. Да ну еб твою мать. Да, не так я себе представлял отмазочку, конечно. Ой, ну еб твою мать. Вот, ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать. Пизда. Ну вот сидели всю сессию ради этой хуйни, да? И это только начало. Нормально умеет развлекаться, короче. Видимо, у него действительно АМГ. Может себе позволить веселье. Ну тут все прилично должны расширять. Я не знаю, насчет 3-бета. Но талы надо колить, как будто бы сейчас. Так, колем, конечно. Рано думаю. Ну ясно, блядь. Важное было. Ух ты, по пизде пойдем сейчас. Тут жестко, блядь. Годится. Слушай, мы адекватно что-то раздали, смотри-ка. Это жестко, что-то пи***ть. И нахуй под 7, вы чё? Как я столько слил без стиль-то, блядь, всё просто нормально, идеально делаю, сижу. По пизде ухожу. Ну это как раз мы блочить хотели вроде как. Что-то тут, блядь, походу, против лома нет приема, по-моему. Ну, семерки сложно выкинуть там все-таки с нашими мастями. На блокеры, на стриты. Тут, может, лидить надо было маленькой. Такой объем. Слопа неплохо мне подготовили, конечно, там, блядь, приключения. Хорош в любе, да. Я подумал, что если он в любе тут хай так, то это будет грустно. Ой, чего вы душите-то, блядь? Такой старый Миша. Я ни одной хуевой раздачи не сыграл, вроде как. Такой, чтобы можно было сказать, что вот человек тильтует. Будут высказывать мне на ютубе в хайлайк. Типа, не видя предыстории, как там кто играл, будут говорить, что я как бы, но... По факту все. Да, пи***ц, пихнули, конечно. Ну, против него тут нету ничего вообще. Вообще ничего нет. Ебать, вот эта грязь. Все, давайте. Жду завтра. Пока-пока.